Дистанция протяженностью в 3 года. Представители общественной организации «Первоуральск. Город чемпионов» объявили о прекращении волонтерской деятельности. Я думаю, на сегодняшний день мы сделали все возможное, что задумывали и что возможно сделать в этом городе. Сейчас спорт на подъеме, многие секции начали проводить различные соревнования, старт активизировался, да, есть интересные другие спортивные мероприятия. Я думаю, город чемпионов больше не нужен этому городу. О закрытии общественной организации представители города чемпионов объявили во время соревнований по плаванию, которые устроили во Дворце водных видов спорта. Пригласили тех, кто занимается в секциях дворца. Откликнулись 300 человек. Самым младшим 10 лет. Им предложили проплыть 50 метров кролем и брасом, а для участников постарше дистанцию увеличили в 2 раза. Первенство Дворца водных видов спорта проводят в Первоуральске в течение 30 лет. Болеть за участников позвали родителей. Соревнования у нас проводятся в декабре и в мае. В мае обычно у нас, как получается, отчетные соревнования. То есть мы показываем родителям, чего добились наши ребятишки.